80-летний житель Болграда Иван Федорович Шусть презентовал свой проект по очистке и наполнению водой озера Елпух. Изобретатель произвел все расчеты, а также построил действующую модель своего изобретения, которое продемонстрировал общественности, городскому голове и нашему изданию. Подпишись на канал, нажми на колокольчик. Иван Шусть всегда беспокоился о водоснабжении города. Своему изобретению он посвятил несколько лет и вот теперь представил его общественности. Вы нашли время разделить со мной мою озабоченность в создавшейся ситуации, которую я считаю критической в водообеспечении жителей города. Принцип работы прост. Основан на законе физики о сообщающихся сосудах. Для оздоровления и наполнения озера предполагается построить перегородки в канале, который ведет от верховья озера Елпух в Молдову. Участок в 2 километра нужно перегородить. Вода, которая будет наполнять канал с севера через перегородку, будет попадать в изолированный участок, где будет отстаиваться, а затем через вторую перегородку свободно протекать в озеро. Так Елпух будет избавлен от осадочных отложений в воде или других нечистот, которые с дождями и паводками неизбежно попадают в этот канал. Что же касается улучшения водоснабжения города Болграда, сел Аксамитное и Тополиное, то изобретатель считает, что нужно провести небольшую модернизацию водонасосной станции, которая находится в Аксамитном, ВНС-1. Иван Федорович предлагает проложить трубу вглубь озера. Таким образом, водоснабжение, по мнению изобретателя, будет меньше зависеть от уровня воды. Сергей Дмитриев прокомментировал водоснабжение города и эту разработку. Идея ваша, ну, конечно, будем воплощать ее в жизнь вот таким вот способом, скорее всего, чтобы, ну, наполнять наши... Гарантированно наполнять, да. Согласен с вами, что другие проекты, которые все время нам рассказывали, там, и сейчас... кто-то себе там что-то делает. Теперь новый проект, другой, ну, руководитель это тянет. Ну, это с Кили. Все правильно. Я тоже такого мнения, что... Меня спросили, а вы согласны с этим проектом? И вода придет в Болград. Я говорю, ну... Так та же вода, не-не-не, что у вас внимание, там же. Что я могу сказать? Если других вариантов у них не, они не слышат и не хотят слушать, как бы, ну, согласен. В чем согласен? Потому что, если это с этого водовода придет в город Болград вода. Питьевая. Нет. Сам, ну, как бы, какая придет, такая придет. Мы ее должны будем почистить. Даст это даст возможность нам альтернативного источника. У нас альтернативы нет, кроме озера Елпух. Озеро Елпух, несмотря на то, что это самое большое озеро в Украине, постоянно нуждается в контроле и вмешательстве человека. Из-за погодных условий оно пересыхает, мелеет, цветет. Все это ставит Елпух в крайне уязвимое положение. Поэтому изобретения и инициативы по улучшению качества воды в озере и улучшению водопроводной системы всегда актуальны и вызывают общественный интерес. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наші інші відео.